Кто не понял, тот робот. В Музее городской скульптуры открылась необычная выставка художника Сергея Сергеева. Термин «капча» знаком большинству пользователей глобальной паутины. Это те самые неразборчивые цифры и буквы, которые иногда просят ввести, чтобы доказать, что вы не робот. Научное название – обратный тест Тьюринга. Художник Сергей Сергеев решил, его картины примерно то же самое. Без загадки вообще искусство не существует настоящего. Волшебство, загадка, тайна, многослойность. Есть декоративная часть, есть авангардная, есть провокационная часть. Загадочные письмена испещряют все 20 картин выставки. По замыслу автора они должны заставить человека смотреть внимательнее и размышлять над увиденным. Он должен смотреть на нее, он должен ее созерцать. Это объект медитации. Через некоторое время у него возникает мысль. Она может быть не связана совершенно с этой картиной. Отдельную часть зала занимает небольшая выставка к юбилею галереи Д-137. 20 лет назад она открылась в старом дебаркадере на Средней Невке. На старых афишах, фотографиях и видеозаписях есть и художник, и, например, Артемий Троицкий. Она была уникальна тем, что собирала самых скандальных, самых неожиданных, самых таких передовых и противоречивых художников Петербурга. То есть это и Владик Мамышев, Монро, и Тимур Новиков, и Георгий Гурьянов. Сегодня Д-137 существует в формате арт-клуба от проекта к проекту. Сейчас другое время, другие герои и другие люди.